В эфире телеканала ТНТ «Армавир» информационная программа «Твои новости». В студии Марина Юрченко. Здравствуйте. И сегодня в выпуске вы увидите. Нож к горлу и дело сделано. Армавирский таксист вновь стал жертвой преступления. Об этом Юлия Чернышова. В Армавире умер мужчина от электрического тока. В подробностях разбиралась Наталья Замора. Жара в городе вступила в полную силу. О том, как сохранить пожаробезопасную обстановку в Армавире, узнавала Юлия Денежкина. Православные верующие смогут прикоснуться к святыне, привезенной из Иерусалима, которая по праву принадлежит им. Подробнее в сюжете Дарьи Топчиевой. Таксист – профессия небезопасная. То пассажиры нагрубят, а то и того хуже – выкинут водителя и угонят машину. Подобный инцидент произошел в Армавире ранним утром 17 июля. Однако благодаря грамотным действиям полицейских машину хозяину вернули в тот же день, а хулигана задержали. Юлия Чернышова ознакомилась с делом. Такси, такси, вези, вези. Машина, подъехавшая по вызову в район рынка Молодежный, забирает пассажира, как говорят в народе, в состоянии навеселе. Несмотря на столь раннее время, только 4 часа утра, молодой мужчина уже успел позавтракать 5 литрами пива. Не доезжая до указанного им адреса автовокзала, он вдруг приставляет нож к горлу таксиста и выбрасывает его из машины. На угнанном авто он отправляется за другом, отдыхавшим на городском пляже. Сейчас задержанный плохо помнит, что дальше было. Зато это очень хорошо запомнили полицейские, устроившие погоню. Пытались выехать из города на заправочной станции, на трассе остановились, пытались заправить данный автомобиль. Таксист в это время позвонил в дежурную часть 02, сообщил о данном происшествии. Был поднят личный состав. По тревоге выехали сотрудники полиции, уголовный розыск, замначальника Мочелов Алексей Алексеевич, а также ответственное руководство. Выехали на трассу, по приметам увидели данный автомобиль. Задержали на месте происшествия одного из фигурантов, второй пытался скрыться. Это примерно было в 6 утра. В полях кукурузы спустя пару часов полицейские обнаружили второго фигуранта дела. Для допроса оба хулигана были доставлены в отдел полиции города. Один из них, кстати, человек военный, написал явку с повинной. Данное преступление — выпитое пиво. Что теперь с вами будет? Не знаю пока. А в содеянном раскаиваетесь? Да. У таксиста хоть и ненадолго отобрали самое дорогое – его автомобиль, зато оставили жизнь, нежели в большинствах подобных случаев. Юлия Чернышова, Александр Жирлеев, служба новостей Армавира. В Армавире от удара электрическим током погиб человек. Свидетели происшествия вызвали скорую, но медикам спасать человека не пришлось. От сильного удара он скончался на месте. Наталья Замора с подробностями. 14 июля 2012 года приблизительно в 2 часа дня в следственный отдел по городу Армавиру поступил звонок. В одном из районов города обнаружен труп мужчины. На место происшествия сразу же выехала оперативно-следственная группа. В ходе мероприятий выяснилось, что мужчину убило электрическим током. Мужчина, находясь не на рабочем месте, выполнял ремонтные работы, связанные, значит, с электрокабелем, вот, на столбе, расположенном неподалеку от его дома. Вот. В ходе выполнения этих работ его поразило электрическим током высокого напряжения, вот, в результате чего на месте происшествия наступила его смерть. Погибший – мужчина 1951 года рождения, житель Армавира. Образование электрика он получил давно и свои знания решил использовать в починке линии электропередачи, находящейся рядом с домовладением. Однако о правилах техники безопасности мужчина забыл. Мгновенная смерть как следствие. На его теле обнаружены повреждения, характерные для, значит, поражения электрического тока. Вот. Ну, по выводам судебно-медицинских экспертов, которые, как бы, ну, не указывают о том, что это именно следы от поражения электрического тока, а каких-либо других повреждений, указывающих на криминальность его смерти, не обнаружено. Случаи смерти от удара электротоком в Армавире, к счастью, являются редкостью. Последний, по официальным данным, был зарегистрирован в городе в 2010 году. Наталья Замура, Александр Пензев, служба новостей Армавира. К другим новостям. Губернатор Кубани Александр Ткачев поблагодарил за работу всех добровольцев, помогающих пострадавшим от наводнения Крымске. Напомним, в результате наводнения 6-7 июля в крае наибольшее количество жертв разрушений пришлось на Крымский район.
7 июля волонтеры, прибывшие в Крымск из Краснодара, Москвы и десятков регионов России, принимают участие в разгрузке, упаковке и доставке по адресам гуманитарной помощи, а также в уборке улиц и пострадавших от затопления домов, расчистке завалов и сборе трупов животных. По данным источника, те крымчане, дома которых восстановить не удалось, смогут получить жилье не только в родном Крымске, но и в ряде других городов Кубани. Среди них Краснодар, Славянск на Кубани, Анапа, Геленджик, Армавир. В связи с установившейся жаркой погодой в Армавире повышается риск образования пожаров на полях и ландшафтах. Однако, отмечают пожарные, причины того или иного возгорания зачастую является и людская халатность. Юлия Денечкина продолжит тему. Укрыться от огня практически невозможно, но предостеречь себя от такого явления, как пожар, получится, если, конечно, соблюдать элементарные правила пожаробезопасности, знакомят с которыми нас с раннего детства. В связи с повышением температуры, связанной с погодными условиями, мы видим, что уже практически неделю держится сухая, жаркая погода. В связи с этим мы прогнозируем небольшое увеличение роста пожаров, связанных именно с ландшафтным горением травы, мусора, кустарников. Нередкие случаи замыкания электроприборов. Устаревшая или поврежденная электропроводка лишь усиливает возможность возникновения пожара. Специалисты советуют взрослым предупреждать детей о том, что прямой контакт с розетками или электроприборами может причинить вред их жизни. Большое применение идет кондиционеров, холодильников, что приводит к возгоранию электротехнической части жилых домов, магазинов, производственных объектов. Метеорологи прогнозируют только повышение температуры. Это значит велик риск возникновения пожаров и на открытой местности, в поле или в лесу. Здесь также не следует разжигать костры и оставлять непотушенными сигареты. Сейчас вечером мы проводим рейдовые мероприятия и столкнулись с этим. Люди в вечернее время суток разводят костры, что также приводит к неудобству соседних жителей, к распространению, может привести к распространению пожара, к распространению дыма, что приводит к ухудшению здоровья людей, которые проживают рядом. Юлия Денишкина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Продолжаем выпуск. Количество коров на Кубани уменьшилось. По последним данным, по сравнению с прошлым годом, поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех кубанских производителей, сельхозорганизациях, хозяйствах населениях, а также у фермеров и индивидуальных предпринимателей снизилось на 4%. Коров насчитывается 254 300 голов. Что касается свиней, то их численность более 700 тысяч, а вот овец и коз около 175 тысяч. Стоит отметить, что несмотря на уменьшение количества животных, производство сельхозпродукции увеличилось. Мясо, молока и яиц более чем на 100%. Сокращение поголовья животных объясняется различными причинами. Так, например, уменьшение численности свиней вызвано вспышкой африканской чумы в начале текущего года. Тогда было уничтожено порядка 40 тысяч голов. В начале 2012 года в Федеральной миграционной службе образовано управление по содействию интеграции иностранных граждан в российское общество. В Армавире в отделе УФМС в этом направлении ведется активная деятельность. 18 июля прошла плановая встреча с представителями национальной диаспоры, на этот раз немецкой. В городе ее представляет национальная культурная автономия «Возрождение». В городе ее представляет национальная культурная автономия «Возрождение». Виктор Брун, ее руководитель, рассказал о работе, которая ведется в сообществе. Наталья Овчинникова, заместитель начальника отдела, отметила, что с начала года в Армавире на миграционный учет поставлено 75 граждан ФРГ. В основном это люди, приезжающие в гости, а также не сумевшие адаптироваться в Германии и решившие вернуться в Россию. На совещании было решено наладить тесное сотрудничество с диаспорой с целью дальнейшей интеграции граждан немецкой национальности в российское общество, развития толерантности, недопущения ксенофобии и дискриминации. Россия сейчас на пути миграционного обновления только всего лишь третий десяток. Недавно мы только отметили 20-летний юбилей службы. Наверное, вся еще кропотливая и большая работа впереди. Нам надо надеяться и рассчитывать на то, что будет и возврат, возвращение граждан, будет привлекательна Россия. К другим темам. 18 июля Православная Церковь чтит преподобно-мученицу Елисавету Романову. Для прихожан Свято-Никольского собора двойное событие. В Армавир из Иерусалима привезли частичку ее мощей. Дарья Топчива прикоснулась к святыне. Поклониться святыне и попросить исцеления православные верующие смогут у великой княгини Елисаветы Федоровны и ее келейницы инокини Варвары. Частички их мощей теперь принадлежат собору. Наша паломническая группа по благословению владыки Исидора, нашего Екатеринодарского и Кубанского владыки, подала ходатайство о выделении Свято-Никольскому собору двух частичек мощей, и игуменья монастыря
мать Елисавета удовлетворила данное ходатайство, выделив две эти частички, которые были привезены. При жизни Елисавета Романова член императорской семьи не ограничивала себя интересами светской дамы. Женщина с душою ангела была широко известна делами милосердия. После убийства своего супруга великая княгиня Елисавета не стала заниматься делами политики, не стала эмигрировать обратно на свою родину. Она осталась на Руси, основала обитель милосердия. Там, собрав небольшую группу монахинь, инокинь, они заботились о страждущих, нуждающихся. Елисавета Романова и ее келеница инокиня Варвара приняли мученическую смерть от рук большевиков. После тела покойных были перевезены белогвардейцами в Иерусалим. В день памяти в Свято-Никольском соборе частички мощей впервые открыты для всех прихожан. Дарья Топчива, Станислав Чинский, служба новостей Армавира. И в завершении выпуска еще одна информация. Неделя буржуа. Акция под таким названием проходит в Армавире в магазине Крокус Бьюти. Приобрести великолепную декоративную косметику и получить за это эксклюзивный подарок очень просто. Подробнее об акции расскажет Юлия Денишкина. С 16 по 22 июля в магазине Крокус Бьюти с особым нетерпением ждут посетителей. Причина очень проста. Все покупатели разнообразной декоративной косметики буржуа в этот период становятся участниками акции. За покупку набора французской косметики в подарок вы гарантированно получаете элегантную сумку или фирменную косметичку. Это сделать очень легко, ведь выбор косметики завораживает. Здесь летняя коллекция «Сладкий Париж», в которой масса сочных оттенков, блесков для губ и ультрастойких тенов. Пудры и туши как классические, так и эксклюзивные. Даже самая взыскательная особа найдет в магазине Крокус Бьюти все, что душе угодно. В субботу, 21 июля, всех участников недели буржуа ожидает еще один подарок. Для вас будет бесплатно работать профессиональный визажист. Все участники акции получают возможность 21 июля познакомиться лично с профессиональным визажистом из города Краснодара. И не только познакомиться. Участников ждет урок бесплатного профессионального макияжа. Визажист научит грамотно его наносить, подберет индивидуально подходящий вам образ. И еще организаторы акции подготовили массу сюрпризов. Вы сможете отвлечься от повседневной жизни и окунуться в атмосферу города любви Парижа, почувствовать себя настоящей парижанкой. Сделайте себе подарок, порадуйте себя яркими оттенками лета с новой коллекцией буржуа. Напомним, магазин Крокус Бьюти находится по адресу улица Мира, 59А, центральный рынок, район Купола. По всем вопросам обращаться по телефону 3-84-43. Юлия Денишкина, Александр Пензев, служба новостей Армавира. Об этих и других событиях вы также сможете узнать любое время суток на сайте в интернете www.media.tv. Там же вам доступна видеоверсия информационной программы «Твои новости». А на форуме медиагрупп можно предложить волнующие вас темы для репортажей. На этом выпуск завершен. Далее традиционный прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Всего доброго. Одежда ведущей предоставлена магазином женской одежды «Гюзела Классик». Улица Мира, 51.